Я уверен абсолютно, иногда даже думаю, что вот это вот понятие рай-ад, которое у людей на примитивном уровне возникло в свое время, я думаю, что это понятие, когда кто-то очень внимательно смотрит за энергетикой людей на этой земле. Вот у тебя есть энергетика. Если ты плохой человек, если ты всю жизнь провел вот так или вот так, то я думаю, что это просто уничтожается. Это как, знаете, как на плантации. Хорошее пересаживается, там, да, там хорошие цветы, а плохие просто, ну, не выросло, не случилось, не получилось. Мне кажется, что так то же самое, кто-то выращивает люди, эту энергетику человеческую, которую потом забирает куда-то. Понимаете? Я не знаю, сейчас тоже примитивно говорю, потому что я такой же примитивный человек, как и для нас, там, крестьянин 12 века, для кого-то сейчас там наверху.